Здравствуйте, друзья. Мы находимся в Нью-Йорке, Бруклин, 86-й стрит. Это улица, где проходит трейн, и в основном всегда очень многолюдно. Но на сегодняшний день, как видите, период карантина. Сегодня 27 марта, людей мало, вот видите, и по ту, и по другую сторону, везде народ очень мало. Вот там, видите, там в конце, где просматривается толпа народу, там в основном столпились на перекрестке китайцы. Все в масках ходят. Видите, да? Вот они все. Они все укутаны в маски, перчатки. Как говорится, осторожничают. Как будто вирус для них незнакомое дело. Хотя вы все знаете, что в основном вирус распространяется из Китая, как этот последний коронавирус, так и предыдущий вирус тоже был из Китая. Источником вирусов является Китай. И, видимо, может быть, они к этому привыкли, быстро умеют завернуться. Поэтому в основном китайцы в масках. Остальные больше полагаются на Всевышнего. Конечно, меры предосторожности каждый принимает. Но и в то же время без паники больше полагается на Всевышнего, чтобы он создал людей, и он все регулирует. Если на данный момент тоже идет такая регуляция со стороны Всевышнего. Люди перестали всего бояться, всего стесняться, привыкли к тепличной жизни. И вот теперь немного Всевышний напоминает, что нужно быть друг к другу дружелюбными, протягивать руку взаимопомощи и, конечно, не перегибать палку в любом деле, в любом направлении. Так что будем просить Всевышнего, чтобы этот проклятый вирус тоже был быстро искоренен с помощью Всевышнего. Вот так в Нью-Йорке на сегодняшний день ситуация.